От хоккея давайте перейдем к футболу. Сборная России прибыла в турецкий Белек. Завтра вечером дружина Станислава Черчесова встретится в товарищеском матче с командой Турции. Футболистов заселили в отель «Макс Роял». Замечу, что в одной из вилл гостиницы во время саммита «Большой двадцатки» жил президент России. Вместе с командой в Белек прибыл глава российской футбольной премьер-лиги Сергей Пряткин. Ну а завтра игроки отправятся в Анталию, где в 21:15 по Москве и начнется игра. Напомню, матч с Турцией состоится завтра на новой 35-тысячной Анталья-арене. Для главного тренера россиян Станислава Черчесова встреча с турками станет первой у руля сборной. Ранее наставник объявил состав команды, в которой не вошли форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев. Они, напомню, прославились после вечеринки в Монте-Карло с очень большим количеством шампанского и не только, видимо. Позднее министр спорта России заявил, что двери в сборную для опальных футболистов не закрыты, но им предстоит пройти определенный путь и вернуть доверие. Интересно, каким образом? Виталий Ильич не уточнил. Давайте пристально посмотрим на отель, все-таки, где будут размещаться наши футболисты, что на себя представляет. Так, официальное название «Макс Роял» – Белек Гольф Резорт, 5 звезд. Он открыт был еще в 2011 году. Он расположен где-то в 35 километрах от аэропорта, в 45 километрах от центра города Анталия и всего в одном километре, как вы понимаете, от города Белек. Что в номерах? Давайте зайдем внутрь. Ну, меню здесь состоит из подушек 5 видов, что, конечно, шикарный вариант. На случай непогоды доставка дождевиков и так называемые сьюты, костюмы в переводе с английского, мини-бар или макси-бар, свежие фрукты в номер по приезду, халаты и тапочки, ну это стандартное, весы могут здесь быть в номере, не, точнее не могут, а точно будут, что мне кажется очень важно для спортсменов, косметика, что так, мягко говоря, пикантно, джакузи, ну и так далее, так далее. Список можно продолжать практически бесконечно, на то они и 5 звезд. Что же снаружи? Отель стоит из 8-этажного здания, есть аквапарк, парк развлечений, магазины и бутики, конечно, класса люкс, все. 9 бассейнов, включая детские, из них 2 крытых с подогревом, 9 теннисных кортов по числу бассейнов, 2 профессиональных футбольных поля, что, наверное, для нас очень важно. Есть и поле для гольфа, для самых искушенных. Ну и цены, чтобы вы понимали размах. 224 тысячи рублей за неделю при одноместном размещении, если вдруг вы захотите поехать отдыхать именно туда. Такси обойдется в 2500, я перевожу в рубли, 50 минут дорога от аэропорта, чистый перелет на регулярке 14 тысяч, чартер дороже пока 22.